Всем сыра. На самом деле это видео будет на очень важную для канала тему. Дело в том, что еще с лета 2022 года я основал команду Сыр. У нее раньше был отдельный канал, но сейчас он заброшен. Перейду к сути. Теперь этот канал будет совмещением официального контента от Сыркин и контента от меня. Поэтому теперь тут будут выходить все проекты. А сейчас 4 главных фигуры в Сыркине расскажут про то, кто они и что они делают. Итак, я мистер Сыркин. Я являюсь основателем и главой команды Сыркин, а также главой такого проекта, как «Знакомьтесь». Там я также являюсь сценаристом, аниматором и актером озвучки. А также помогаю со сценарием в «Безумных историях». В целом, это все, что я хотел сказать. Передаю слово своему заместителю. Всем привет, я ВРСД, заместитель мистера Сыркина, фонник, режиссер и актер озвучки в Айме. Попал я в Сыркин в то же лето, когда он был создан, затем порисовал дизайны для Сырнара, а после него попал в производство Айме. Передаю свое слово Мяутанку. Всем привет, я Мяутанк. Я нахожусь в рядах Сыркина с сентября 2022 года. Я занимаюсь проектом «Безумные истории» вместе с Крафтритой. Об этом проекте мы расскажем в другом видео. И теперь я передаю слово Крафтрите. Приветствую вас, зрители этого видео. Меня зовут Крафтрита, или Жрита, как вам будет удобней. И я второй создатель «Безумных историй», а также по совместительству монтажер этого видео. В команде я не так уж и давно, всего лишь каких-то 1.5 года, но это не помешало мне сделать много интересных и увлекательных проектов. Например... Но никогда не поздно делать что-то новое, поэтому теперь мы с Мяутанком официально вместе работаем над нашим общим проектом. Просто раньше мы работали по отдельности, и, как вы заметили, выход «Безумных историй» из-за этого немножечко задерживался. Но теперь мы объединили наши усилия, и поэтому «Безумные истории» будут выходить чаще. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь. Тем более, я теперь там главный художник, поэтому 100% буду завалена работой по полной. Ну а пока что я отдыхаю, потому что Мяубот до сих пор не прислал мне раскадровки. И даже не написал нормальный сценарий. Но в целом, мне больше нечего сказать. Спасибо за просмотр видеоролика. Я буду надеяться, что мы вас хоть как-нибудь заинтересовали, и вы ознакомитесь с нашими проектами. Всем удачи и до встречи! Мяутанк, я работаю в Сыркине, делаю проект «Безумные истории» Лайдн Бланцем Цемрдопчхнхнделкарыфр.